Всем привет! Снова в своем гараже. Сегодня очередная поделка. Сегодня я буду работать. Будет много работы с металлом. Будет много сварки. Будут задействован вот этот вот чудо-станочек отрезной. Сегодня будет самоделка, которая всегда пригодится на природе, на рыбалке. Такая нужная вещь. Она, я думаю, должна быть у каждого. Так что усаживайтесь поудобней и будем смотреть, что у меня получится. Так, настроил я станочек, там искроуловитель стоит, зажал. Теперь нужно будет под углом 45 градусов отпилить. Быстро, ровно, четко. Так, нужно теперь сварить вот такую раму. Примерно вот так. Уголок собран 90 градусов. И также все остальные уголки. Но еще не мешало бы проверить диагонали. 133,5. 133,5. Так, диагонали сходятся. Теперь это надо заварить. Так, две вот такие поперечины. Нужно будет и тут их варить. Так, сейчас петли надо приварить.
Вот чтоб одинаковые все были. Мы сейчас еще раз их обточим и потом отторцуем. Вот одним резом получается идеально ровное. Все четыре. Вот большую шайбу разрезал пополам. И вот так вот приварим, и у нас получится, есть гайка-барашка, а это будет болт-козел. Ну, то есть, чтобы закрутить рукой, можно было. Сейчас приварим такой. Так, вот это рама. Вот это вот получились у меня вот такие вот ножки. Они будут регулироваться на какую надо там высоту. Больше, меньше. Вот здесь. Раз, два. Будут ножки подниматься. Подниматься, опускаться. Ну, вы уже, наверное, догадались, что это будет, здесь вот распилим, это будет складной столик, который нужно будет брать с собой в походы, на рыбалочку, просто на природу. В любой багажник будет помещаться, в багажник любой машины. Он будет помещаться 60 на 60 в собранном виде, когда раскладывается так, 120 пополам, 60 на 60. Высота будет регулироваться 55-75. Это можно будет не только высоту, но и где-то, если неровная там земля, чтобы выставить ножки, чтобы не шатался стол. Так, сейчас еще сюда перемычку. Так, раскосину вот эту вот перемычку приварил. И у нас вот ножки приобретают вот такой вот вид. Вот. Вот такая проволочка будет. Это в сложенном состоянии. Когда раздвигается, здесь будет она фиксироваться, и это даст жесткость ножкам. Теперь вот здесь на ножках выдвижных нужно сделать такой, тут есть болтик, резьба, там закрученные болтики. Сюда вот надо хочу поставить вот такие вот подпятнички я сделал. Я вырезал из фанеры без всякого токарного станка сверлом фостнера с одной стороны, с другой, и потом коронкой высверлил. Вот такие дырки тут получились. И получилась вот такая вот штука, которую мы
зафиксируем. Вот что у нас получится. Вот такая ножка. Так, все основные работы закончены по металлу. Осталось только покрасить. Краска высохла. Можно уже собирать на постоянную. Так, проверка. Выкладываем. Ну вот и отлично. Фанера у на столешнице, которую я сейчас скрою морилкой, а потом скрою лаком. Будет и защищена от влаги, и красиво будет. Так, ну что, приступаем к завершающей стадии. Сейчас прикрутим. Теперь ножки. Делаем 90 градусов. Так, ножки ровно. Для удобства переноски сейчас еще ручки прикручу.
Вот это будут ручки для более удобной переноски. Такой столик получился. Если надо увеличить высоту, вот такой получился у меня стол. Оценивайте мою работу. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Пока.